Как можно оператором колл-центра в банке в 40 лет работать? Чувак. Дмитрий Валерьевич, а вы кем работаете? Я инженер. Это Дубай. Это что, предел мечтаний? В смысле стыдно, блин? Ну ты, чувак, в натуре загнанный, конечно. Стыдно ему. На самом деле, да. Вот просто, когда в стране нету необходимости, конечно, ищут, где бы было. Здравствуйте, дорогие друзья, на связи юрист по банкротству, кредитный юрист, меня зовут Илья Монарх, юридическая компания L-Line. По всей России помогаем гражданам с банкротством физических лиц и с оптимизацией долгов, финансовая защита. Если вам необходимы будут соответствующие услуги, наша юридическая помощь, ссылки для связи есть в описании, работаем по всей России. Там же ссылки, друзья, на мой телеграм-канал, пожалуйста, подписывайтесь, пишите, звоните. Сегодня у нас будут просто потрясающие, веселые очень и при этом познавательные переговоры с коллекторами, поэтому оставайтесь обязательно до конца, ставьте лайки, ну а я желаю вам приятного просмотра. Здравствуйте. Меня Котелевский Никита Игоревич зовут. Сервис займ, объект, капуста. У МКК Росцентр Финансы, разговор, записи. Катерина указала этот номер телефона как личный, контактный. Подскажите, знаете такое? Да, это я, слушаю вас. Это вы? Да, слушаю. Дату рождения вашу назовите, чтобы я удостоверился, что именно с вами разговариваю. А зачем мне это нужно? Ну, значит, это не вы. Странная у вас логическая цепочка какая-то. Нет, зачем мне вам называть эту свою дату рождения? Сначала мужчина взял трубку, потом женщине передали трубку. Да я не знаю, что у вас там кто берет. Уточнил дату рождения. Ну, тысячу рублей заплатите мне сначала, тысячу рублей давайте, заплатите, я вам назову, какие проблемы? Что заплатил? Заплатил где? Не вижу. СМС-очку скиньте с подтверждением. Не видите, посмотрите. Чек скиньте. Нет, СМС-ку это вам нет. Нет, да, ну, тогда я ничем помочь вам не могу. Фу, меня так раздражает, когда взрослый дядька сидит и... Представьте, да, мужику там сколько лет уже, Е-капуста говорит. Это пипец вообще. Алло. Алло. Да-да, алло. Алло, добрый день. Добрый день, Райс Кликбан, Борщ Сергей Николаевич. Дмитрий Валерьевич? Да, слушаю вас. Дмитрий Валерьевич, смотрите, у вас имеется просроченный задолженность по вашему автокредиту. Угу. Сумма на сегодня составляет 58 606 рублей 89 копеек. Образовалось в результате непоступления платежа 7.11. Требование банка погасить задолженность сегодня-завтра. Вы не оплачивали? Нет, не оплачивал. Я просто в Дубай уехал. Поэтому не могу я сейчас ничего платить. Я просто вижу, вы добросовестно всегда оплачивали. Все, срок был, а сейчас возник. Да, я просто... Сегодня-завтра оплатите? Да не, я просто, знаете, решил, что я машину эту разберу нахер. Все продам, запчасти все продам, да. На вырученные деньги уеду в Дубай, устрою эту нормальную работу, понимаете, и все. Зачем мне эта машина? Бессмысленный, блин, инструмент. Угу. Вот, в России у меня ничего нет. Ну, продукт автоку... А? Угу. Ну, говорите, да. Автокурьер у вас, да? Автокурьер у вас кредит? Но в любом случае у вас денежные средства. Автокурьер. Автомобили делают денежные средства, которые вам... Угу. Который вам необходимо вернуть. Не, да все понятно. Я просто сейчас в Дубае денег заработаю, там уже посмотрим. Может быть, куплю новую машину, там деньги потом отдам. Почему потом? Требование банка погасить задолженность сегодня-завтра. Банк долго не будет ждать. У вас 27 дней просрочки. Да что этот банк сделает? Он же ничего сделать не сможет. Я же говорю, я за границей. Все, я уехал. Это независимо от того, где вы находитесь. Вы должны добросовестно... Так нет, ну понятно, что должны. Согласно графику платежей. Так а что банк может сделать, если я за границей? Я не живу в России вообще. Ну какое это имеет значение? Вы вернетесь когда-то в Россию, я не знаю. Да не буду я возвращаться. Звоню, а вы находитесь в Дубае. Да не хочу я возвращаться никуда. Вы изначально... Вы изначально получали денежные средства, чтобы не платить? Нет, ну почему? Я получил денежные средства, купил машину на ваши деньги, потом ее разобрал, продал ее по частям и уехал в Дубай. Угу.
Друзья, если вы хотите разобраться с проблемными кредитами самостоятельно, у меня есть обучающий курс и инструкция, как не платить кредит. Проходит в моей онлайн-школе. Здесь я вас обучаю, как считать срок исковой давности, как написать заявление на поворот судебного приказа, как отменить судебный приказ и много-много всего полезного, как писать грамотно жалобы на коллекторов. Все это я объясняю в видеоуроках и предоставляю шаблоны документов. Ссылочки есть в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. Ну, дело в том, что вы получали денежные средства, и денежные средства вернулись. Поэтому вопрос автомобиля, я вас понимаю, у вас автокурьер, кредит, у вас в любом случае он не фрин как залог. Поэтому, Дмитрий Валерьевич, вы говорите, что когда-то вы, если заработаете, вы будете оплачивать. Вы считаете, что вот это нормальный вариант обслуживания кредита? Что мы сделаем? Абсолютно, абсолютно меня устраивает. Ну а почему бы и нет? Я считаю, что все банки России мне вообще должны, в принципе, по факту рождения. За знаете, грабительский процент, который они тут хотят за свои кредиты. Мне все банки, в принципе, должны. Угу. Поэтому, если я посчитаю нужным... А зачем вы пришли тогда в банк? Если, ну как зачем, чтобы деньги получить? Если я посчитаю нужным, возможно, я какую-то часть банку верну. Просто ради прикола. Но если вы будете общаться со мной в таком тоне, то никаких денег больше банк не получит. Это понятно? Это вы отказываетесь от оплаты кредита? Ну, конечно, отказываюсь. Я что, оплачиваю его, что ли? Я в Дубае давно живу. Чего мне ваш кредит? У вас причина не оплаты с чем связана? Просто вы Я так понимаю? Я думаю, вам просто завидно то, что я в Дубае, а вы в колл-центре. Да еще и в России. Холод, грязь. Я вообще прекрасно в нашей стране себя чувствую. Холод, грязь, мерзость, блядь. Да ладно, да я вас умоляю. Ну, да ну что вы рассказываете? Наверное, ну, как, все-таки это вы нам завидуете, что мы на родине, слушайте, а вы на каких-то Дубаях. Слушайте, взрослый Дмитрий дядька, Валерий. Блин, в 35-40 лет сидит, работает оператором колл-центра, еще говорит, что он доволен. Ну я не знаю как-то. Ну с учетом того, что вы здесь не понадобились стране и вы уехали в Дубай, мы не будем говорить о вашей необходимости. Слушайте, ну да, ну вы-то уж понадобились, я смотрю, стране, поэтому, да, в колл-центре поэтому, работаете, да-да-да. Давайте, Дмитрий Валерьевич, не будем сейчас смотреть, кто важнее в нашей Да просто стране. Вам завидно вы то, что я на солнышке, находитесь. На Персидском заливе, песочный пляж. Скажи, тебе завидно просто, да? Я не могу озвучивать. К сожалению, я не могу озвучивать то, что я думаю, поэтому будем исходить из того, что причина неоплаты у вас какая? Вы отказываетесь оплачивать, да? Не хотите? Нет, платить. Я просто не понимаю, почему мне какой-то неудачник совершает звонок, который живет в России, блин, в какой-то холодной стране, да, когда мог бы нормально работать бы в Дубае, зарабатывать хорошие деньги, кормить свою семью. То у вас семьи-то, наверное, нет? Оператором колл-центра... Оператором колл-центра работает, блин, 40 лет, что за хрень вообще? Как можно оператором колл-центра в банке в 40 лет работать? Чувак. Дмитрий Валерьевич, а вы кем работаете? Я инженер. Инженер на атомной станции работаю. По электрике занимаюсь, KPI. Инженер на атомной станции? У шейха работаю, а у шейха. А что же вы долги-то набираете? Что же, у шейха я работаете? Повторю еще раз, если кто-то не понимает. Еще раз повторяю. Все банки в России мне должны по факту моего рождения, понятно? Мне так мама с папой говорили. В Советском Союзе бабки забрали, теперь вы будете возвращать. Ага. Понятно? Ага. Но ваши родители все-таки работали вот в этой стране. Ну сиди давай теперь, там мерзни, блин. Страны. Оператор, колл-центр, за копейки работает. Причина неоплаты. Почему не оплачиваете, Дмитрий Валерьевич? Я работаю у шейха, понятно тебе? Я работаю да у шейха. Да работайте хоть у шейха, хоть у кого. Я в российские работаете. Банки ничего платить не собираюсь, как вы не понимаете. Я работаю у шейха, что вам нужно от меня? Ну, автомобиля нет как залогового. Да, основной источник денежных средств, которого оплачивали кредит. Вы же оплачивали кредит все-таки? Почему-то, если вы считаете, что все вам должны, вы первоначально кредит оплачивали. Нет, ну я просто поумнел, искал работу, да, там. Вот работу нашел, меня шейх пригласил на атомную станцию в Абу-Даби работать. Ну, потом в итоге я оказался в Дубае, и, в общем-то, нормально все. Я думаю, зачем мне платить какой-то кредит? Потом я почитал, понял, что банки ничего мне сделать не смогут. Мне начали совершать звонки какие-то неудачники. Я думаю, блин, фу, какой банк слабый, оказывается, ничего сделать не может. Ну, если вы такой удачливый, что же вы не оплачиваете кредиты?
Нет, так а зачем? Ну, диссонанс с тем, что вы такой успешный, удачливый человек. Диссонанс — это когда 40-летний мужик сидит оператором колл-центра в банке работает. Вот это реально вот диссонанс. А мне зачем платить, если я в России не живу? Мне бы, например, было стыдно уезжать с родины в какие-то Дубаи. Это что, предел? В смысле стыдно, блин? Ну ты, чувак, в натуре загнанный, конечно. Стыдно на самом деле, да. Вот просто, когда в стране нету необходимости, конечно, ищут, где бы было. А то, что теплее или холоднее, каждый сам для себя выбирает. Да, ну конечно, если ты 40 лет работаешь оператором колл-центра, то, безусловно, в тебе есть большая необходимость. Спора нет, конечно. Работа студента. Дополнительный телефон предоставьте. Дополнительный телефон? Ну, вам какой-то дубайский предоставить? Ну, дубайский могу предоставить. Дубай, если будете звонить? Не удастся до вас дозвониться, чтобы было через кого передать информацию. Друзья, знакомые, близкие, коллеги. Так у меня дубайский. Все... Так нет, я могу вам предоставить дубайский телефон. Вы все уехали? Ну, конечно. Я же не ты, как дубайский, неудачник, наверное, сидеть там за копейки, блин, оператором работать. Я хочу нормальные деньги зарабатывать, семью кормить, жену возить по миру, чтобы дети учились в самых дорогих вузах этой планеты. А что, ты предлагаешь мне сидеть оператором колл-центра работать за 30 тысяч рублей? Что ты красавчик, ишь, молодец, блин. На основании статьи 330 Гражданского кодекса вам в настоящее время рассчитываются неустойки, суммы ежедневно... Послушай, я нахую вертел тебя, твои статьи вот эти все, понимаешь? Я живу в Дубае, ты понимаешь? Я нахую эти статьи вертел? В связи что с тем, что вы не исполняете свои обязательства перед банком, банк может воспользоваться своим правом на требование полного досрочного погашения. Слушай, ну тебе самому не стрёмно это читать, а человеку, который живет за границей. 350. Ну, зачем ты мне это читаешь? Я живу за границей, понимаешь, мне без разницы вообще. Зачем ты мне читаешь-то? Федерального закона. Это значит, что вам будет необходима сумма, которого за должность более 2 миллионов, выплатить в кратчайшие сроки. Ну а почему мне необходимо это выплатить в кратчайшие сроки? Вот смотри, я не хочу платить, я не буду платить. В любом случае, если у вас проблемы с денежными средствами, рассматривайте любые альтернативные источники. Да у меня зарплата 12 тысяч долларов в месяц, чувак. 12 тысяч долларов в месяц, у жены еще 6 тысяч. Мы зарабатываем столько, сколько ты за год не зарабатываешь, мы за месяц поднимаем. Причем тут проблемы с деньгами, я не понимаю. Я не считаю чужие деньги. Я не знаю, почему вам, такому успешному человеку, так важно, сколько я зарабатываю. Как это вы не считаете чужие деньги, если вы совершаете звонок сейчас по чужим деньгам? Нет, я не считаю ваши деньги. Как это не считаете? Вы совершаете звонок по чужим деньгам, которые к вам не имеют никакого отношения. Вот как раз вы считаете чужие деньги. Так в том-то и дело, что это денежные средства банка, а вы-то здесь при чем? Вы же не имеете никакого отношения к банку. Да, я имею отношение к банку, как представитель. Ну, это ваши там фантазии, при себе их оставьте, не знаю. Я просто не понимаю, я не могу себе даже в страшных снах представить, чтобы взрослый мужик в 40 лет работал оператором в банке. Не могу себе такого представить даже. Поэтому я не могу вам поверить, что вы из банка звонок совершаете. Знали бы, что я не могу представить, обращаясь к вам, понимаете? Конечно, было бы не очень... Ладно, давайте исходить из того, резюмируем суммы в настоящее время. Задолженности ваши составляют 58 606 рублей 89. Я говорю, чужие деньги не считаю. Требование банка погасить задолженность сегодня, завтра. Отказ от оплаты повлечет ряд последствий, озвученных. А почему я не отказываюсь от оплаты? Почему я отказываюсь от оплаты? Вы только сейчас мне сказали, что вы отказываетесь от оплаты. Я сказал, что я нахую вертел вашу оплату, ваши законы, я вот так сказал. Но это же не значит, что я отказываюсь от оплаты. А, вот так вы сказали. А это вы считаете, это не синонимично, да, то сами с тем, что я сказал? Ни в коем случае, ни в коем случае. Я понимаю, вам, наверное, там очень комфортно вот сейчас вот так. Конечно, у нас, смотри, сейчас плюс 28. Сейчас, значит, смотри, мы идем с женой, значит, в качалочку. Позанимаемся, покачаемся, получим эндорфинчиков. После этого мы приходим домой, идем в бассейн, плаваем, понимаешь? Потом идем в сауну. Перед этим, естественно, мы покушаем вкусной пакистанской кухни. Как ты думаешь, что мы будем делать после этого? Мы пойдем гулять по потрясающему району, где яхты. А ты так и будешь сидеть оператором колл-центра за копейки. И да, за окном у тебя будет серое. Значит, в любом случае, а за окном у тебя будет серое свинцовое небо, ты понимаешь? А тебе уже 40 лет, блядь. 40 лет, а ты все еще оператор колл-центра, ебаный в рот.
Да как так можно-то? В случае непоступления денежных средств в ближайшее время, вам будут поступать звонки, в любом случае оплату необходимо производить. Не, ну звоните, я чё? А чё, куда вы побежали? А куда заплатить надо? Алло. Оплатить за оплату кредита. Куда оплатить? Как вы оплачивали? Через ну а почему вы... Каким образом оплачивали раньше? Ну так а раньше. Почему вы диалог... Почему вы диалог прекращаете? Почему вы инициируете прекращение диалога, если деньги еще не поступили на счет? Вы разве взыскали уже деньги? Ну, у нас нет с вами диалога, Дмитрий Валерьевич. Есть требование банка погасить задолженность сегодня-завтра. Что значит у нас нет с вами диалога? Подождите, а чем мы 15 отслушать, минут занимаемся? Отслушать о том, что... Чем... А слушать о том, чем вы там занимаетесь, мало интересно. Я не знаю, но подождите, вы мне сами позвонили, вы совершили звонок исходящий, я вам не звонил. Задаете мне какие-то странные вопросы. Вам поговорить, что ли, там не с кем в вашем банке там? Найдите себе друзей там, таких же, как и вы, операторов. Ну? Я жду, чего вы молчите? Что за пауза? Что за взыскатель такой? Я требования банка вам озвучил. Вы я ничего не понял, отказались. Ничего не слышал. Никаких требований не слышал, не видел. И вообще не верю, что вы из банка звонок совершаете. Вообще не верю, что вы звонок из банка совершаете. Вы можете не верить. Это ваше право верить, не верить. Я вам прислал-то просто, Дмитрий Валерьевич, мы разговариваем с вами, вы говорите, что взрослые люди, вы считаете, успешные люди. Мы разговариваем, вы отказываете от оплаты. Причину вы назвали, что все вам должны. Так. И еще я нахую вертел ваш кредит, я еще говорил. Ну, вертели, да, где-то там, значит, ну что? Ну, а почему, вы объясните мне просто, почему взрослый мужик работает оператором в банке? Вообще, что в жизни должно такого произойти? Да я вам не обязан произойти? Ничего объяснять. Почему ну как не обязан? Да вы должны этому обществу, понимаете? Вы должны этому российскому обществу. За то, что вы занимаетесь вот такой вот деятельностью, непрофпригодной. Не создаете добавленной ценности. Никакой пользы людям не приносите. Вы должны нам всем. Вот вы лично мне должны. Ну я смотрю, вам прямо все должны, да? Вы лично за то, что... Ты лично мне должен денег. Сколько денег мне готов сейчас перевести? Сколько денег, я спрашиваю, готов мне сейчас перевести? Я слушаю ответ. Сколько денег ты готов перевести за то, что ты занимаешься такой... потребляцкой деятельностью. По чужим деньгам он звонки совершает. Посмотри, а? В жизни себя не нашел. Иди учись, 5-й класс. Доучивайся. Получай высшее образование. Через 5 лет отчитаешься. Перезвонишь. Понял? Алло. Как будете оплачивать, позвоните вам. Всего доброго, до свидания. На самом деле, так чуть-чуть подцепило немного, когда я про Дубай начал говорить. Да мне, говорит, стыдно вам, говорит, должно быть, что вы типа уехали. Ой, ну конечно. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, было вам весело и полезно. Надеюсь, вы понимаете, что большого смысла в общении с вот этими звонарями абсолютно нет никакого. Кому нужна юридическая помощь нашей юридической компании L-Line, банкротство физических лиц, оптимизация долговых обязательств, пожалуйста, обращайтесь, ссылки для связи в описании. Там же ссылки на мой телеграм-канал, тоже подписывайтесь. Но я желаю вам удачи.